Всем привет! Сегодня посмотрим несколько способов, как открыть панель управления Windows. Способы подойдут для Windows 10, Windows 8 и некоторые для Windows 7. Первый способ подходит для всех операционных систем, заключается он в запуске панели управления через окно «Выполнить». Чтобы открыть окно «Выполнить», нажмите клавишу Windows R на клавиатуре. Клавиша Windows – это клавиша с эмблемой Windows. Откроется окно «Выполнить». Введите туда слово «Ctrl». Нажмите ОК или Enter, откроется панель управления. Есть еще одна команда, которая также действует через окно «Выполнить». Выглядит она следующим образом. И точно так же открывает панель управления. Если вам по какой-то причине потребовалось открыть панель управления через командную строку, то вы можете точно так же использовать эти две команды. Следующий способ подходит для Windows 8 и для Windows 10. Работает он следующим образом. Нажмите правой клавишей по кнопке «Пуск» или нажмите клавишей Windows X. Откроется вот такое меню, где вы можете выбрать панель управления. Следующий способ – это использование поиска Windows. Его открыть Windows 8 и Windows 10 можно клавишей Windows S. В панели задач Windows 10 присутствует поиск по умолчанию, если вы его оттуда не убрали. А Windows 7 поиск находится в меню «Пуск». Если вы начнете вводить панель управления, то вы тут же увидите, отсюда она запускается. При желании вы можете в восьмерке и в десятой версии Windows закрепить на панели задач ярлык, чтобы быстро его потом открывать. Еще один способ – это создать ярлык для панели управления, к которому потом можно привязать горячие клавиши. Также выбираем «Создать ярлык», вводим команду, например, «Ctrl». Далее вводим имя, любое желаемое. У меня это будет панель управления. Готово. Теперь мы можем назначить горячие клавиши на этот ярлык. И всегда в Windows при нажатии горячих клавиш будет открываться панель управления. Как это сделать? Заходим в свойства ярлыка, выбираем мышью «Быстрый запуск», нажимаем там мышкой. После этого нажимаем клавиши, с помощью которых мы будем открывать панель управления. Обязательно Ctrl-Alt плюс еще какая-то клавиша. В моем случае Ctrl-Alt-C. Теперь, если нажать на рабочем столе Ctrl-Alt-C, то запустится автоматом панель управления. Готово. Работать это будет, пока его не удалить ярлык. Учитывайте этот момент. Вот, в общем-то, пожалуй, все способы, которые я могу предложить.